Приветствую вас, и я попробую разобрать вашу проблему, которую вы описываете достаточно подробно. Дело в том, что вот вы пишете, что работаете в ЖЭКе, в абонентском отделе, и вам приходится сталкиваться с определенным отношением к вам, клиентов. Поскольку вы не написали сроков, то, соответственно, очень важно нам с вами определить, с какого момента вы начали чувствовать напряжение. Почему это так важно? Ну, дело в том, что когда вы только устраивались на работу, вами определенно что-то двигало. Вы по какой-то причине оказались на данном месте работы. И вы, конечно, можете не очень эту работу любить, и вам она может не нравиться, но тем не менее вы на ней оказались. И думаю, что изначально у вас также было понятие относительно того, что примерно вас там ждет на этом месте работы. Тем не менее, изначально вы, судя по всему, более-менее нормально, спокойно реагировали на то, что с вами происходит. И лишь только потом начали реагировать в большей степени негативно, чем позитивно. Вот, давайте попробуем проследить, что же произошло. Что изменилось в вашей жизни после того, как вот случились с вами определенные обстоятельства, и вы начали реагировать достаточно негативно? Значит, тот период вам нужно попробовать в своих воспоминаниях, в своем прошлом обдумать, значит, что с вами происходило незадолго до того, как началось подобное, и попытаться определить некоторые негативные обстоятельства. Если в вашей жизни вы раньше испытывали определенную, скажем так, поддержку, определенный уровень позитива был, который купировал то, что с вами сейчас происходит, то соответственно, подобное начало происходить после того, как вы потеряли изрядную долю поддержки. И тогда нужно работать с тем, какова была поддержка, что она вам давала, какая у данной поддержки была основная цель и направленность. Для чего это нужно? Чтобы понять, в чем вы нуждаетесь, предоставить вам это, и тогда вам будет проще бороться с тем негативом, который на данный момент у вас присутствует в силу профессиональных обязанностей. Дальше. Дело в том, что вот то, что с вами произошло, то, что с вами происходит, было всегда. Вы не написали, что вот с какого-то момента к вам начали относиться так. Значит, так было всегда. И это, в свою очередь, означает, что в какой-то момент вы, опять-таки, перестали реагировать на это спокойно. Нужно понять, с какого момента вы перестали. Чтобы более четко отдавать себе отчет в том, какова причина этого. Может быть, а работа вам не совсем подходит. То есть так бывает, что человек вот занимается какой-то деятельностью, а потом понимает, что она его слишком сильно истощает, слишком много требует от него затрат, слишком много требует от него энергии, сил, и это ему, человеку, не нравится. Ну, человека не устраивает такая работа. Не каждый может работать с людьми, не каждый может взаимодействовать с людьми, тем более в такой вот
достаточно проблемной, я бы сказал, сфере. Следующее. Вас явно не удовлетворяет ваше материальное положение. То есть вы написали, что зарплата у вас достаточно маленькая, и это означает недовольство, возможно, собой, своей жизнью, своим материальным положением, возможно, чем-то еще. Соответственно, ваша реакция обусловлена именно тем, что вас в себе самой что-то не устраивает. Это также нужно выявить, что именно не устраивает, почему, как исправить, и начать выполнять конкретные действия для того, чтобы купировать, исправлять ситуацию, которая уже у вас самой есть. Ведь то, что вы реагируете на, в общем-то, нормальную, частую реакцию людей таким образом, говорит о том, что вам что-то не нравится. Вас самой вам что-то хочется изменить, что-то вас не устраивает. Вот и нужно понять, что именно, чтобы таким образом начать решать проблему. Начать решать проблему изнутри, а не снаружи. Дальше. Следующий момент, который хочется вам осветить, заключается в том, что люди, которые вам говорят подобные вещи, они ведь говорят не вам. То есть, да, в действительности, конечно, выглядит все так, что они злятся на вас, что они вам предъявляют претензии. Но проблема заключается в том, что претензии предъявлять им, по сути, по факту, больше некому. Это реально правда, что им тяжело, им гнетуще, то, что цены растут. Но вы-то ничего поделать не можете. А люди, безусловно, этого не знают. Они не могут отдавать себе отчет в этом. И вам нужно понимать, что люди тоже руководствуются своей негативной наполненностью, которая в них присутствует, в этих людях. И, исходя из этого, относитесь к ним так, что они реализуют на вас свои собственные проблемы. Свои собственные проблемы. И виноваты не вы. Это нужно тоже все время держать в голове. Виноваты не вы, виновата скорее система. А вы делаете только свою работу. То, что от вас зависит. То, что нужно делать. Поэтому эмоциональное вовлечение в ваши профессиональные обязанности обусловлено в первую очередь внутренними проблемами и во вторую очередь недостаточным осознаванием того, что, в общем-то, люди несчастны и не от хорошей жизни они вас в чем-то обвиняют. Этот момент также нужно помнить. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. В заключение хочется сказать, что если вы не сможете найти способы расслабления, достаточные способы релаксации, досуга, отдыха, может быть, морально восстанавливаться как-то путем занятия своей любимой деятельностью, той деятельностью, которая приносит вам удовольствие и так далее, то есть восстанавливать свои силы, если вы не организуете правильно свой досуг, свое свободное время, если у вас нет возможности это делать, то тогда, наверное, лучше будет подумать о том, чтобы работу сменить. Не каждый человек может заниматься определенным родом деятельности,
Лучше признать, что вы не подходите для определенной работы, чем стараться мучить себя, наставлять и в итоге лишь только усугублять ситуацию. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.